пытаюсь его похудеть. Всегда. Людям говорю, не кормите его хлебом. Не при бабушке. Может, лучше диета надо? Пыталась. Люди, понимаете, у людей, особенно у женщин. Он на диете голенький, да на тебе человек поешь. Иди яблочки поешь. Иди сюда. Ну иди. Ну давай, давай, иди по яблочкам, там вкусные. Иди сюда. Ну как он высокий. Иди яблочки поешь. Сейчас надо же подумать, она медленно сообразит. Вот платка небольшая? Большая? Это мы с Никитой и Олегом собирали. Еще с Мишей. Она у вас крепкая? Хорошо, а то ее сейчас собираем. Полез на стену. А я там до чего? Какая у него роль в природе? Он есть насекомый. Не опасен для человека. Да, вот кусайте. Замечательное место. О, куда можно привести детей для общения с природой. Всех животных можно погладить. Да. Нет. Ну так вот, все звери добрые. Нет. И тут конюшня. Лошадки готовятся катать людей. Девочки занимаются. Не знаю. Зоопарк. Тебе здесь нравится? Ну как? Тебе нравится здесь? Один куска. Ванечка.